сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Приветики, друзья мои. Мы опять на моей кухне. Да. И с моей кошечкой. Да. Она вот любит вместе с вами побыть. Короче, девочки, мальчики. Сейчас я нашел комментарий одно о зайчиках наших. Это был, кстати, это блог сплетника. 132. Сейчас мы прочитаем вам. Вот. Вот комментарий. Ну, комментарии пишут под сами пользователи. Сочинители такие хорошие, друзья мои. Вот, Наталья В. пишет. 2 дня тому назад. Сява Зад и компания выползли на площадь Венеции. Первым делом он оттопырил карманы для обрубков конверта. Ему не понравилось снова слова «зарубиченки», «нелегалки». Что сегодня? Все наши украинские женщины работают поэтому и не пришли на сходку. Отсюда вытекает итог, что Сяк не дополучил конверта. Как это так работают? Могли бы в такой важный день отпроситься у хозяев? Он с дружком не работает. Он с дружком не работает. Разъезжают. А они, дурочки, работают. Понаехали в Венецию мыть унитазы и убирать со старых итальяшками, за старыми. Дальше. Пепитони пишет. Ой, в другом видео написали. В Венеции ты получишь карман, то, что на ящике написано. 2 статуэтки лилипутные под слоем старой пыли обломились карлику носу. Мыкля и уборщица с гибким графиком опять убежали. Зад позеленел, посидел, побледнел сразу. Оборачивается, как в Днепре. Боится, пиздюлей долгожданный прилетит. Опять же, экономная пидеса. 1,5 евро платил за туалет в Венеции. Или терпел до 7 вечера? Снасик в документ угар. Если б он ссал стоя, то приложился бы к какому-нибудь памятнику архитектуры. А то ведь сыт как баба, угорив жопу. Хочешь, не хочешь, а вынь да положь еврики. Наталья выпишет. Сявка надел бы Жулькину золотую курточку, прикинулся бы писающим мальчиком. Елизавета Беляева пишет. Я сейчас не смотрю видосы. Его только читаю комменты. Затрахал Сявка своим убожеством. А у вас почитать, что начал? И тут оглядываться, что ж, думаю, по делам невеже будет, по роже получить давно просит. Только они и не покажут такой прекрасный сюжет. Елизавета, милая моя, ну ты же его смотришь все-таки. Все-таки же вы его смотрите. Ну,
Милые мои, вы же его смотрите. Господи, Елизавета Беляева, вы же смотрите. Так же и я смотрю. В чем же проблема-то? Проще не смотреть, а сидеть какого-нибудь свой канал открыть. И будешь, короче говоря, мы о тебе поговорим, о Елизавете Беляевой. Мы так поговорим хорошо о тебе. Обосрём с ног до головы, понимаешь? И понравится ли тебе вот это вот? Вот это вот дело-то. Вот мы, например, я вот так. Ой, Елизавета бежала по Венеции. Конверты она собирала. Ой, не дали ей конвертов. Обиделась она. Вот. И сюжет тоже был бы хороший. Вот тут еще одна пишет. Вовка, а чей-то ты сегодня стручишь за Маньку? Неужели женушка решила делами позаниматься после моих пиздюлей? А может, вместо бантиков решила картошки сварить? Семью супер гарниром порадовать с плесневым огурцом? Вовка, а вы выпили то дорогое бухло, что на стримах у тебя стояло за спиной? Или ты это у соседа взял для высеру, а с Манькой шпалили темный пивон, суррогат да горилкой самодельный запивали? Вовка, а у Маньки почему нет сапожек? На каблуках неужели? Потому что меры бухли не знает. Господи. Милая моя. Марья Ивановна. Я все, конечно, понимаю. Но до чего же ты такие комментарии строчишь? Ой, Вовка какой-то, Вовка. Ты знаешь Вовку? Ну, взяла бы вместе, попила бы с Вовкой-то, а? Господи! Вот тут дальше. Пепперочи пишет. Ури, ури, где у него кнопка? Кнопка у щепучки. У этого золотушного мальчика краник с подтеком. Сявка Пидрилкин открыл для себя не новый город Венецию, а говорит, как красива страна. Какая красива страна. Ах, красиво, мигрень свою на колесики поставил и перевезет, как американскую синагогу. Марлена пишет. Я читала в одной книге, что в Италии и так уже все исторические памятники сыны Аллаха Аббасая и даже не прикрывающиеся писунчиками мальчиками и золотыми курочками не надевали. Так что тут знаменитый оперный певец Сява не был первопроходцем. А в Германии, что не бассейн, там кроме мочи и фекалий этих сынов в сауну ходят в своих чадрах, и никто им слова не может сказать. Наши зайдут, прикрытые сразу вонь от извращенцев, во Франции таблички зашкаливают, а толпи пипец европейцев запугали, к ногтю прижали. Ой, ну да, это, конечно, жалко саму Европу, старушку, господи. Ай. Ну, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Что ха-ха. Мы встретимся с вами в 133-м выпуске блока сплетника. Всем спасибо. Это был блок сплетника 132. Да. Все, всем пока. Пишите свои комментарии. А вы, Марья Ивановна, подруга моя,
Думайте своей головкой, а то вава будет. Откройте свой каналчик и начинайте строчить там херанчик. Понимаешь? Все, всем пока. Люблю, целую, обнимаю. Я вам не Вовка, я Сережка. Как одна там обосрет меня. Все, всем пока.